Друзья, всем привет! Сегодня у нас, ну, как обычно, подморозило чуть-чуть. Заморозок небольшой с утра. Ну, днем погода будет хорошая, теплая. Сегодня у нас среда. Сегодня у нас мусорный день. Надо приготовить мусор, мешок все посбросать и вынести за ограду. Сейчас я этим и займусь. Вот эта яблонька уже листья сбросила, все, она уже приготовилась, можно сказать. А вот эти вот поздние, еще зеленые стоят. Еще только на них лист начал желтеть. И вон та еще маленькая, которая яблоки у нее сколько штук, 20 с лишним мы насобирали. Ой, они такие долежали, наверное, с месяц еще лежали. Какие они стали вкусные. Ну, я по одному их съела, конечно. Теперь я хоть знаю их вкус. Такие вкусные яблоки вообще. Прям настоящие яблоки, хотя вот такая маленькая. Ну, как-то некомфортно с утра, правда, прохладненько. Еще лист у смородины не облетел. Видишь, застыли. Эй, замерзли. Вот так вот дотронемся, они облетают. Все уже. Надо мне эту обломать. Секатор так с весны куда-то задевала. Найти не могу. Просто обломать хоть руками. Мешок он с мусором у меня стоит. Сейчас я его переложу. И еще насобираю. Ой. Наконец-то спустился на землю. Наверное, с полмесяца уже на земле бегает. Вот этот белый. Ой, черненький. Все время на чердаке. Это мама его. А этот на чердаке просидел все лето. Вот весной еще родился. Он что-то маленький, да? Какой-то это. И прихрамывает. Хотя он не ударялся, ничего. Вот такой вот родился. Он не растет толком. У него что-то слабкое, что ли. Они же дикие, не подпускают. И он прихрамывает. Ну, такой вот родился. У него как бы нету этой... Да-да-да, вон я вижу. У него лапки впереди нету. Ну, как сказать, она как неполноценная такая лапка. Ну, мой хороший. Он же не подпускает близко.
что, зарядим печку. Чтобы была готова у нас печка. К вечеру потопим и все. Так, угольки сюда маленечко покрупнее положу. А то здесь мелочь. Вот так. Туда его. Вот такая процедура. Изо дня в день. Не столько топить, сколько заряжать ее долго. Все, мусор убрали. Печка готова. На улице разогрела. Ой, я сейчас хочу. Да в бане мне надо подбелить. Последний раз. Пока тепло на улице. Нашла какую-то звездку старую. Под печкой, под железной, там трескается. Я сейчас подбелю, да, подотру. Щеточкой маленькой. Ну, она ничего вроде бы. Во. Вот эту сторону. Помыть надо в бане. К субботе приготовить, чтобы чисто было. Так, и с этой стороны еще немножко. И будет беленькая, чистенькая. Потом еще здесь в предбаннике сейчас там помою, пока известь не засохла. Принесу воды. Вот, теперь помоем. Будет чистенько. Чистенько и хорошо. Последние денечки тепла. Потом все. Похолодает. Сюда выйти.
Мое любимое занятие это мыть полы. Обожаю. Так мне нравится мыть полы. Я помню в детстве, куда не приеду в гости, да, к своим тетушкам, и сразу им перемываю. А сколько мне там было лет? Господи, 10, 11. Вот мне нравилось. Начинаю в шкафчиках перебирать у них. Раньше же как? В шкафчиках убираешь, газетки постелишь, да? Посуду эту складываешь. Так и я. Тряпочка все ему протру в этом шкафчике. Чистенькие газетки накладу. Всю посуду опять составлю. 15 копеек заработаю. В кино сбегать. Или что-то в магазине купить. Тогда же 5 копеек, по-моему, кино было. Если две серии. А одна, наверное, 3 копейки. Не копейки, а или рубли были. Копейки, наверное. Я уже запуталась в этих деньгах. Ну, в общем, хорошо было в Советском Союзе. Ну, все, я тут подтерла. Ну, да, копейки. Ой, рубль это рубль. Так, теперь сейчас... Ну вот, все помыла, освежила. Как говорится, дешево, но сердито. Вот, подбелила, чистенько. Пол еще маленько не подсох, сейчас подсохнет. Все, баня к субботе готова. Осталось воды налить. И все. Крыльцо помыла. Крыльцо надо уже переделывать. Оно уже старое, уже 11 лет. Браться надо. Банька моя готова. Освободили от кленов забор. Слава богу, они мне надоели, эти клены. Они прямо, вот видите, в забор. В забор вросли. Переломали тут весь забор. Там вот веточки одни тонкие остались. Слава богу, повыпиливали, как смогли. Ну, почти под корень. Этот, так, наверное, уже и
полугнилой. Ну и все. Слава Богу, сыночек справился. Все, с вами прощаюсь. Всем желаю всего самого доброго. Всем здоровья. Всем пока-пока.